Десятки тысяч школьников сегодня участвуют в викторинах, создают арт-объекты и делятся новыми идеями. В России отмечают День детских организаций. Новосибирский праздник прошел в одном из концертных залов города. Для ребят провели интерактивные мастер-классы. В мероприятии приняли участие кадеты. Можно было пострелять из пневматической винтовки. Свои таланты продемонстрировали юные танцоры и музыканты. А в Москве собрались финалисты всероссийского конкурса детского музейного движения. Школьники создают импровизированную экспозицию, посвященную праздничной дате. Большинство экспонатов подростки делают своими руками. Ребята из разных городов рассказывают, что им дает участие в различных объединениях. Новый опыт, новые эмоции, это очень интересно. Можно найти новых друзей из разных городов. Это как площадка, где мы можем показать то, что мы сделали, реализоваться как-то. Мы волонтерским движением занимаемся, и вожатский отряд. Также поем песни под гитару у костра, и многие традиции, которые были у пионеров, они остаются.